Председатель Госкомитета Башкортостана по туризму Салават Нафиков покинул свой пост. Об этом сообщили источники в ведомстве. Причина отставки пока неизвестна, как и то, кто же займет теперь кресло руководителя Госкомитета. Салават Нафиков был назначен на пост главы Госкомитета по туризму региона в октябре 2019-го. С 2015 по 2019 годы он работал заместителем директора, а впоследствии директором санатория Ектыкуль в Абзелиловском районе республики. До этого в течение 4 лет занимал должность руководителя Ташбулатовского сельсовета. По словам участников туристического рынка, кадровые перестановки в ведомстве могут быть связаны с необходимостью серьезного рывка в части развития туризма в Башкортостане.